его движения. Да, и вы тогда научитесь двигаться без оружия, так как с оружием. Ну, есть понятие, вот такие вот он поднимает и траекторию. Вы все время должны обходить вот это движение, да, его. Кенが動きますけども、それをこう避けます、避ける。Да. Чувствовать вот эти амплитуды все, которые идут от оружия. で、このケンから来るこの振りですね、この振りをすべて感じることが必要です。Вовремя входить в него. で、タイミング、いいタイミングでこう避けなくてはいけません。 Поначалу тоже не спешите. 最初は急ぐ必要全くありません。 Этого и вы получите потом, также сможете выходить и на удары, и на броски, но все время должны контролировать как бы нож или шашку. И ваше вот тело, оно должно научиться そのためには体をコントロールすることが必要です。で、常にこの動きを感じることが必要です。 Шашка дает еще понимание вот этих моментов разных. 剣はいろいろなことを教えています。 Пожалуйста, будьте аккуратны. Чуешься, кидасай. Хочешь, кидай, кидасай.